Привет всем. Ну, решил я поизвращаться. Взял подшипник, разогнул, расковал. И получилось вот такая вот штуковина. Ну, если честно, этой штуковиной, я думаю, что ничего нельзя сделать. Ну, кинуть ей, конечно, можно. То есть попасть ей ручкой, либо кончиком, не суть. Будет больно. Ну, так для красоты кинуть на стол, порезать какие-нибудь конвертики. На мой взгляд, получилась довольно-таки симпатичная штучка. Но решил попробовать. Ну вот, закрутил. Что за сталь, не знаю. Взял подшипник, молоток, наковальню, огонь и вперед. Получилась вот такая вот штука. Такое вот перышко. Но держать его в руке удобно. Как оно будет резать? Как оно будет резать? Не имею представления. Никак. Никак. Поскольку толщина обуха 4 мм. Спуски в линзу, режущие кромки, не существует. Никак оно не режет. Но попробуем этот нож потом, когда я его наточу. Ну, посмотрим, в общем. Вот такие вот задумки. Просто решил поэкспериментировать. Все, всем спасибо за внимание. Может быть, кому-то было интересно. Все, пока. Пока.